субботу, 21 мая, я советую обязательно поехать с детьми в музей-усадьбу Горки Ленинские. Там пройдет Ночь музеев. Все экспозиции можно будет посмотреть совершенно бесплатно. Кроме того, Московский государственный театр «Жар-птица» представит веселую историю клоунов, опоздавших на поезд. Даниил Хармс, «Плих и плюх», начало в 12:00. А воскресенье настолько богато разнообразными мероприятиями, что придется подумать, чему отдать предпочтение. Так, во Дворце спорта «Видное» в 17:00 состоится командная интеллектуальная викторина «Думай, знай, познавай». А исполняя свой гражданский долг в качестве избирателей, вы, уважаемые телезрители, не забудьте 22 мая прийти на избирательные участки. Обратите внимание, во всех местах, где они будут располагаться, с 14 до 16 часов пройдут мастер-классы, а с 16 до 18 – игровые программы. А начнется все в 12 часов с концертной программы «Алло, мы ищем таланты», где выступят юные артисты из разных школ со своими лучшими номерами. Кстати, победитель конкурса будет награжден поездкой в Новый Иерусалим. А вот выбрать победителя предстоит вам, зрителям. Приходите. И о репертуаре кинотеатра «Искра». До 25 мая продолжается показ фильма «Первый мститель. Противостояние» и анимационного фильма «Angry Birds в кино». Обе картины в формате 3D. А также два дня 21 и 22 мая будет показан детский семейный фильм «Потапов к доске». Начало сеанса в 11:00. Приходите всей семьей. Это, конечно, не все, но я постаралась рассказать о самом важном и интересном.